Это было произведение, которое называется «Круг жизни».
за смены, смена за смены. Если мы в радости и транслируем радость, свет, любовь и гармонию, Господь, Творец, создает ситуацию, что к тебе возвращается тысячу раз больше. Поэтому творите добро, успевайте творить добро и бросайте воду в Днепр. Сколько я сегодня ехал, думаю, какая река, обалдеть, там, километр, наверное, целый. Представляешь, вот кинуть туда добро, чтобы оно умножилось. Потому что каждая клеточка, каждый кластер воды, он же будет помнить эту любовь, он умножается. У нас вот там в ауле, где я вырос, горные ручьи стекают из тающих ледников всю жизнь, вечные ледники Памира, там, Памира Алая, да, на высоте 3000 метров, 3500 на уровне моря. И весной собираются старики и садятся у главного потока, где сливаются все ручьи, и молятся. А я маленький попал, я говорю, а чего вы молитесь на воду? Я говорю, он говорит, чтобы вода понесла молитву и вошла через питье в каждое сердце, говорит. Очень много девочек рождается, надо, чтобы, говорит, мальчики родились. Будь в тишине, пусть твоя любовь отразится в тишине, как весна. Она же всегда молчит, но она наполнена криком, запахом, цветений, лопающихся цветочков, которые открываются, птичек, которые кричат, я люблю тебя, я люблю тебя. Жучки, которые я люблю, они кому говорят? Своим возлюбленным, да, в которых проявился Творец. И Творцу все вместе поют. Я без тебя весь пожелтел, как осенний листок поблек. Губы твои, алый шафран, тонок стан стебелек. Как ты горда, роза моя, ты непреклонна к боли моей. И вот они все эту любовь свою поют. На разные лады, на разные слова, на разные молчания, на разные паузы, на разные щелчки, жучки, швычки там. Перепел, как поет любовь свою, знаете? Пит-плук, пит-плук, пит-плук. А кукушка как поет свою любовь? Ку-ку, ку. А горлинка? Гур-гур-гур-гур-гур-гур. А петух как любовь свою привлек? Проснулся и говорит, Господи, спасибо! Да? А курицы как они молятся, знаете? Ко-ко-ко-ко. А как снесут яичко, как они? Ко-ко-ко-ко-ко. Радость, праздник, родился. Вот это Христос состояние, вот это состояние Христа. Не Иисуса Христа, а Христос, вот это состояние. Я не могу даже его перевести с древнегреческого, я его не знаю, древнегреческий. Вот это состояние я понимаю. И научили меня курицы. Мы маленькие, мы были, был курятник, и мы первые учителя были куры. Индюки и куры, вот это было супер учителя. Потому что они не знают нашего языка, и они должны были нас научить, что такое любовь к Богу через свое бытие. Мы наблюдали, какая школа у них. Курицы как показывают, что можно кушать, что нельзя. Вот червяка нашли, она говорит, ка-ка-ка-ка-ка. А вот нашли какую-то скалопендру, которую кушать нельзя. Она говорит, кар! Все курятки в сторону, нельзя. На, типа такого, понимаете? Тоже свой язык. Свое обучение, своя школа. И вот когда это все видишь, думаешь, Господи, как же ты это все придумал? Как же ты вот это все продумал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все. И вот этот трепет обалдения, вот он любит этого. Когда ты отдаешь ему максимум, получаешь вот эту каплю, которая из океана на всех одна. Это есть любовь. Вот это цепная реакция. Поэтому делайте добро, бросайте воду. Не ждите, что придет от кого-то. Придет совершенно с другого места. Делайте добро, бросайте воду. В сердце у вас должен быть творец, а в руках работа. Творчество.